В общественную палату зачастую обращаются люди, неудовлетворенные работой местных властей или желающие получить консультацию. Общественники при этом выступают связующим звеном между жителями и чиновниками. Безусловно, я думаю, что это одно из самых главных показателей. Люди вас нуждаются. Люди вас нуждаются, это значит, что орган нужный и эффективный. Председатель общественной палаты Захар Иванов особенно отметил роль муниципальных властей, которые всегда тесно работают с районными активистами. Они нашей жизнедеятельности помогают настолько классно. Я жалею, что мы сегодня не сделали тоже такую большую грамоту красивую, вот, красного цвета, чтобы вручить этому замечательному человеку. И мы ему присутствуем. Спасибо большое. Спасибо. Представитель районной администрации особенно отметил, что общественник – это ответственная работа, развивающая гражданскую ответственность людей. Среди активистов нашего района преобладают люди деятельные и умеющие эффективно разбираться со сложностями. Я очень надеюсь, что запал и тот интерес, который вами движет, он сохранится и на этот год, на следующий, потому что, наверное, только в конкурентной среде можно показывать качественные результаты, а вы для себя создаете эту конкурентную среду сами. Вот уже во второй раз общественная палата Одинцовского района была признана лучшей в Московской области. Это результат работы десятков инициативных людей, которым не безразличен родной район.